одинцовские активисты «Единой России» посетили церемонии вручения аттестатов в школах Нового Городка, Захарова и Голицына. В рамках проекта «Новая школа» первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина поздравила выпускников Новогородковской школы. Трое ребят получили аттестаты с отличием и медали за особые успехи в учении. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова поздравила выпускников Захаровской школы, где выпустились две ученицы-медалистки. Также партийцы поздравили выпускников Голицынской школы номер 2. Ее выпускниками стали 27 одиннадцатиклассников, из них 2 медалиста.